я на Пост-Волынском, на железнодорожной станции, и иду сейчас в сторону аэродрома Жуляны. Тут, по идее, где-то минут 20 ходьбы пешком. То есть... Дальше пройти вот по этой оживленной трассе, а дальше пройти по улице и вдоль забора аэропорта и будет вход в музей. Так, немного неудобно добираться, если пешком. И вроде как транспорт тут не ходит от Пост-Волынского. Вот дальше налево, это по Петрофлотский проспект. Это же остановка аэропорт Киев, но сам аэропорт чуть дальше. Сам аэропорт. А нам сюда, до Медовой улицы. Подходим к музею. Л-14. Су-7Б. Су-25. Там тоже закрыт. Су-24. Як-28. Thank you.
кажется, разведчик с антенной на хвосте в виде крыла такого голубого. Радиолокатор старинный. Этот двигатель тарахтит ужасно. Ну, в салоне. И вибрация от него очень большая. Но он считается одним из самых надежных в мире. И по траве взлетает спокойно и садится на траву. Такая забавная раскраска. Вон два. Тут над ним так поиздевался, интересно. Вот он обтянут тканью получается.
Гарри-Поттерская площадка, ну, просто возвышение в углу этого музея. И тут удобно наблюдать взлетающие и садящиеся самолеты. Здесь отличный вид на взлетно-посадочную полосу. По этой рулежной дорожке выкатывают самолеты с аэродрома в музей. Вот самолет заходит на посадку. Thank you.
еще один, Алекс, смотри. Вот еще один. Да. Не понимаю. Два. Потом еще один, а потом еще один. Пять штук. Шесть. Учебный. Похож на сверхзвуковой ТУ-144. Острый у нас такой.
троп, я так понимаю. Еще один визаер приземлился. Это ракета. Крылатая ракета в воздух к земле, буря. И прячется в створках этих. Она такая твердая, задубевшая. Бомбардировщик Ту-22М. Выставка двигателей. Тысяч
беседа. При работе в отсеках контейнера установите предохранитель на эскобы. Будьте осторожны, находится створок опасно. Двигатели у него вытащили, я так понимаю. Все, что осталось. Самолет Б-6. Это Як-38, штурмовик. Один гидросамолет. Интересная система шасси. Начальное давление азота на амортизаторах 30 плюс 1 атмосфера. Рабочая жидкость АМГ-10. Давление воздуха 7,5 килограмма на сантиметр кубический. Я так понимаю, что вода не затекала в них, поэтому они не внизу, а по бокам. Б-12, самолет амфибия Б-12. Вертолет-миноискатель Ми-14БТ. Вот вертолет противокорабельный Ми-14.
Интересно, что это за штука. Вертолет с двумя винтами, поэтому на хвостовом нет винта, потому что они компенсируют вращение друг друга, и вертолет не начинает заносить в сторону. Противокорабельный К-25БЛ. Вот два огромных вертолета. Ми-26, наверное, если не ошибаюсь. Такая кабина. Thank you.
До свидания. Как они провисают под собственной тяжестью, эти лопасти. Помню, в Минске есть экскурсия на этом Ми-26, и в общем там, по-моему, за $300 можно полетать 20 минут в грузовом отсеке. Забавно, потому что грузовой отсек, там же особо ничего не видно, ну, иллюминаторов мало, просто трясешься 20 минут и за это платишь деньги. Запасной выход. Открыт для проветривания, наверное. Вот что мне нравится в этом музее, это что, ну, люди о нем заботятся, ну, организаторы, и относятся как-то с уважением к самолетам, ко всем. Берегут их. Какой-то самолет садится или взлетает опять. Як-18. По-моему, на нем можно полетать в чайке. Еще один Як-18. Мне любопытно, зачем эти штуки нужны. Я так понимаю, это указывает направление вращения винта, чтобы, потому что раскручивать руками можно только в одну сторону, а в другую они ломаются, поэтому. Главная нога шасси.
и все кабины открыты обычно, даже из перечисленных. Вот, если повезет, тогда какие-то будут открыты. Заглушки такие металлические. Заглушка выхлопной трубы двигателя. Четырёхдвигательный самолет. СССР. 86. Я так понял, он летает и сканирует сверху цели в воздухе, который под ним, и сообщает их какой-то командный центр. Этот радар, я так понимаю, что возвращается в нем, хотя может антенная решетка. Трубка такая, по сути, ничего нет в ней. Для чего она нужна? А это, я так понимаю, скорость меряет. Почему-то их 4 штуки аж. Скорость, давление, высоту может. АВАКС по-английски. АН-71. Thank you.
М410 турболет. К26 такой смешной формы. Коробка такая с напастями. Тренировочно-учебный самолет, похож на истребитель. В этот Ми-8Т иногда можно зайти, но сегодня почему-то закрыто. Миг-25РБ. Заборники большие у него. Уехать отсюда можно вот на этом автобусе. Вон 212.